Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор покупочек Wildberries Озон. Много интересного, итак, поехали. Интересные покупочки. Так, это у нас Wildberries. Заказала вот такие носочки. Очень, девочки, бюджетно и очень классные отзывы. Сейчас на весну хлопковые, разноцветные, красивые. Сейчас все покажу потом. Так, батарейки. Это Озон уже, по-моему, да, Озон. Батареечки вот такие. Взяла попробовать. Что-то какие не купишь, они вообще не держат. Здесь у нас 8 штук. Если понравится, возьму побольше. Так, что у нас тут еще? Сейчас откроем. Это, девчонки, разогревающие пластыри, которые взяла в пару к пластырям. Детокс, короче, господи, заговорилась в отзывах, потому что девочки писали, что очень хорошо клеить на внешнюю поверхность стопы, то есть вот так вот, где пальцы, да, нога, разогревающий пластырь на ночь, а на внутреннюю вот эти пластыри детокс, которые на зоне тоже заказывала, я вам показывала. Кому интересно, показываю информацию. Тут по-русски, по-моему, нет ничего, да. Но тоже неплохие были отзывы. Здесь сколько в одной пачке-то? Пачек всего 5. Сейчас откроем. Внутри каждой пачки получается 2. Да, 2. Нет, ой, девочки, больше. Смотрите, здесь их несколько налеплено. Что-то я забыла, сколько штук. Ой, запах такой пошел. Они перцовые. Здесь, по-моему, смотрите, раз, два, наверное, да. Раз, два. 4 точно. То есть с двух сторон. 4 точно в пачке. Где вот посмотреть, сколько штук? Догадайся, мол, сама, да? Ой, запах такой пошел. Какой-то травами еще. Очень странный. Сколько штук? Ну, 4, походу. Они тут так слеплены. Походу, 4, да, в одной пачке. И ментолом пахнет, и перцем, и какими-то прям травами. Но запах такой натуральный. Кто такие пробовал, напишите. Ну, а теперь распечатаем носочки с вами. Посмотрим. Здесь у нас с вами 8 пар. Они такие красивые. Смотрите, как все свернуты. Вот жаль, у меня таких носков не было, когда я работала. Вот прям и длина... То, что нужно. Не совсем длиннючий, да, как мужские, и не короткий, прям супер. То есть две пары сиреневых у нас с вами, две пары розовых красивых, две пары зелененьких, ментоловых, я бы даже сказала, и такие светло-голубенькие. На ощупь очень-очень приятно. Вот такая вот резиночка, то есть на полную ножку, на любой растянется хорошо, я думаю, она не будет давить, она прям такая мягенькая-мягенькая. Резиночка приятная. Так, а как сам носочек у нас с вами выглядит? Сейчас какие-нибудь замерим. Они такие достаточно легенькие носочки, но не совсем тонкие. То есть вот даже сейчас 0 и чуть плюс. Я бы такие носочки одевала, ну как бы в теплую обувь нормально все было бы. И на лето они тоже подойдут. То есть хлопок по большей части. Ну, прелесть. Вообще прелесть. Очень мягенький, очень приятный к телу. И действительно, резиночка, она совсем не давит. Вот от слова совсем. То есть свободно. У кого ножки, допустим, отекают, будет хорошо. И высота носочков прям класс. Мне вообще сейчас, на самом деле, в тему это все, потому что на ночь каждый день стараюсь не забывать делать пластырь детокс на стопу, да, и без носка они все равно отклеиваются. А такие легенькие, комфортные, приятные, мягенькие носочки на ночь вообще изумительно. Нигде ничего не будут сдавливать, все отлично, все прекрасно, просто супер. Такая базовая универсальная вещь в гардеробе, которая должна быть у каждого, да, мягенькие, хорошие носочки. Цена вопроса вообще очень порадовала, потому что сейчас одну пару нормальных носков такого качества, она будет, ну, не знаю, рублей 150 стоит, наверное, точно. А здесь у нас с вами, получается, пара выходит рублей 70. Вообще красота. Купочки Озон, много интересного. Сейчас все достану из коробочек. Это игра из коробочек, из пакетика. Это игра для Крестюшки. Это такая крупная мозаика. Не представляю, как такое выглядит. У нас у Крестюшки такой не было. Запечатано все красиво. Тут, по ходу дела, карточки. Они вставляются, накладываются. И вот такая крупная мозаика. Посмотрим. 3+. Но они крупные, здесь ничего страшного. Распакую, покажу. Так, дальше что? Взяла я вот такую вот книжку. Она запечатанная, не запечатанная. «Морские обитатели». Она очень любит рыб сейчас. Книжка в твердом переплете. Кстати, классная, вообще копейки. И сама твердая, такая же, как обложка. То есть картонная. Картонная книжка. И здесь вот там разная тематика есть. Мы взяли вот такие вот рыбки «Морские обитатели», потому что ей очень нравится. Сколько здесь получается листов? Мало. 0+. И 1, 2.
три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Семь листов. Ничего, интересная такая. Так, дальше взяла. Не знаю, прям годовой, наверное, запас фольги и бумаги для выпекания. Вот это, наверное... А, это бумага для выпекания. Почитала отзывы про силиконенная. Вот такая 220 силиконизированная. Наверное, да, 50 метров. И получается в ширину 38 сантиметров. Вот такая вот бумажка. Сейчас откроем все. И фольга тоже 50 метров. Потому что уже замучилась маленькие упаковки покупать. Она всегда нужна. В общем, фольга такая тоненькая. Я брала плотнее. Но плотнее она и стоит в 10 раз дороже. Поэтому пойдет. Ничего, пойдет. Легко, правда, рвется. Но так ничего, пойдет. 50 метров. Зато и бумага очень, кстати, неплохая. Вот бумага прям понравилась. Бумага неплохая. Еще семена. Три вида здесь должно быть. Три пачки. Дешево было. На балконе. Хочу посадить помидоры черри. Сейчас открою. Кто-то балконное чудо хвалит, кто-то нет, но я решила взять попробовать, потому что я не помню, какие я последний раз сажала. Вот такие вот три вида. Попробую. Вот так бы, конечно, если бы выросли, было бы классно. Теперь икра. Здесь вот такой контейнер пластиковый. И внутри вот такая вот крупная мозаика. Прям крупная, вообще огромная, разноцветная. Сейчас дам девчонкам, пусть сами открывают. И много карточек. Много, прям их реально много. Тоже пусть сейчас сами все распечатывают. И вот в эти отверстия вставляются у нас, получается, мозаика. Мы кладем карточку вот так сюда, вставляем. И у нас карточка, получается, с помощью мозаики прикрепляется к вот этому контейнеру, да? И в целом это выглядит вот так. Мне задумка вообще понравилась, очень интересно. Такой вот набор слаймов пришел с Вайлдберрис. Сейчас гоняла, забрала и сразу вам показываю в машине. Потому что дети сейчас расхватают дома. Это прям вот 100%. Я его там вскрыла, проверила. Вроде все на месте. А где вскрыла, уже непонятно. Ушко выбрала. Здесь на картинке было там 4 слайма. Один из них с авокадо. Вот какой-то прозрачный. Они на зон, кстати, эти наборы побюджетнее, но там не было именно с авокадо. Тут какая-то хрень одна. Какой-то розовый пластилин там лежит. Здесь что, непонятно. Но будут играть, я сниму, скорее всего, тренер-ролик сейчас. Так, тут коробочки. А, вот это просто слайм, это даже не набор сделай. Там, наверное, как раз одно авокадо и лежит. Вот такой блестящий. Вот, а, вот, с маленьким и с большим авокадо. Вот на зон были такие же, на 100 рублей дешевле. Эти 800 чем-то, на зон 700 чем-то набор. И там не было большого авокадо, они были гораздо красивее. Это типа мороженки. Этот какой-то голубой. Мне интересно, что тут в коробке-то лежит. Что-то за мелочь лежит. А, блесточки всякие. Вот. Так что вот такой набор. То есть даже не сделай сам, а просто слаймы добавь к ним блестки и получи какой-нибудь хрень. Но дети такое любят. Любят, особенно когда сидят дома, заняться нечем. Очень любят. Так что набор, в принципе, нормальный. 4 слайма. Ну, вот этот пятый прозрачный. 5 слаймов получается. Вот из этого пятого можно сделать там с блестками любой. 5 слаймов за 800 чем-то. Но нет, это тоже дорого. У нас на пробке... Ну, это девочки себе выбрали на 8 марта. Дедушка денежку прислал. Я говорю, давайте, выбирайте, что хотите, все выбирайте. Как бы вам прислали, значит, выбирайте сами. И Ксюша вот себе такое выбрала. Кстати, девчонки, ой-ой-ой. Слаймы набор вообще офигенский. Просто я не ожидала. Ксюшка мне такая говорит, такие фиг спроси, не купишь. Это действительно слаймы. Сейчас сидим с ней, играем. И они с разными запахами. И запахи тоже обалденные. Вот этот шоколадный. Тут в нем шоколадка и шоколадная крошка. Он пахнет безумно вкусно шоколадом. Хочется прям куснуть. Ну-ка, Ксю, дай посмотреть, какой там у тебя еще. Они все очень классно пахнут, и они реально крутые. И вот сегодня у нас Крестюшка на коверах пробовала бросать. Они из ковра неплохо собираются. То есть вот слаймы хорошего качества, действительно хорошего. Но на зон, вот, получается, они дешевле. Я, конечно, на Валберс оставлю артикул. Ага. Классный, реально. Вот реально классный. Ксюшка сказала, прям самые лучшие, которые были когда-либо. Да. Вот этот прям ягодами пахнет, ежевичкой, малинкой, клубничкой. Такой классный, если вот на подарок кому-то смотрите, прям рекомендую присмотреться, потому что прям и годные. Красиво было упаковано. Ну, упаковано красиво, да. Годный продукт. Покупочки Озон. Это корм коту. Смотрите, как интересно приходит. И пересчитала на всякий случай. Purina One. Удобно брать именно такой упаковкой. 26, по-моему, здесь штук, я уже забыла. Курица для домашних кошек выходит по 27 рублей пачка. Вот взяла ему такую большую упаковку. Дальше. Это сменные блоки для унитаза. Да, мы сейчас открою, тогда потом покажу. Самые долгоиграющие, кстати. Вот они, их очень надолго хватает одного блока. Равных не встречала.
стала. Поэтому получается очень экономично. Это пластырь, я уже показывала, детокс для стоп. Я их уже брала и решила взять большую упаковку, потому что сейчас делаю себе и Ксюшке полынь, бамбук и уксус. Ну, по-моему, такой же состав, как в предыдущих. Просто в предыдущих была меньше упаковка. И красная, а здесь желтая. Не знаю, чем отличаются, посмотрим. Так, дальше что взяла? Витамины для себя и для кота. Сейчас тоже открою, посмотрим. Вот так выглядит Доместос. Был в этот раз по акции синий, поэтому взяла синий. Какой бывает подешевле, такой беру. Так, смотрим витаминки. Это у нас для кого, я уже забыла. Это мои, да, с кальцием, магнием и железом. Вроде отзывы неплохие, решила взять попить. Смотрите, показываю вам всю информацию. Поскольку их... Да. Сейчас посмотрим, поскольку их тут пить-то. Что-то не написано, поскольку... А, вот здесь написано. По 2 таблетки 3 раза в день во время еды. Распаковала их уже, эту штучку защитную сняла. Сейчас посмотрим. Выглядит вот так. Пахнут какой-то кислятиной. Ну, посмотрим. Так, а коту взяла вот такие с таурином. Вроде девчонки писали, что коты дрожжи едят, а вот витамины как-то не очень. Поэтому попробуем здесь. Будь здоров, поскольку взрослым собакам, щенкам, взрослым кошкам по одной таблетке 3 раза в день. Ну, как у меня не взрослый, но и не котенок. По одной таблетке 2, ну, 3 раза в день, наверное, все равно. Такой состав. Сейчас попробую, будет он их есть. У меня здесь вот такие два поп-сокета. Один мой, мне на телефон, на темный чехол, просто черный. Все-таки поняла, что мне с поп-сокетом удобнее, чем с кольцом. Вот такой. И Ксюшке вот такой с единорогом. Тоже черный на телефон. Она попросила. А, нет, он белый, просто вот тут черный. Так, на Ксюш. Пластырь, кстати, вскрыл, мы же просто недоиспользовали. Да, тут вроде все то же самое. Сами детокс-пластыри и там липучки в конце. Смотрим. На, будешь есть? На. Блин, не ешь, зараза. На, кушай. На. Ай, лежит вроде. Что, тебе мешать сейчас с жидким кормом? Ах ты, засранец. Ну, вроде лежит. Может, сейчас съест? Крис ему целую банку моих принесла. Ешь давай. Ну, на этом все, мои хорошие. Ссылки, как всегда, под видео. Проходите, знакомьтесь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.